Для чего русские украшали окна резными наличниками? Многие знаки, которые изначально наносились на наличники, они были защитой от каких-то злых сил, которые приходят со стороны. Через окна, через двери, там, через те проемы, которые у нас открыты миру. Как смастерить кружку-кумочку? Первое, то, что мы делаем пирамидку, потом мы опускаем, ставим глину в положение шайбочки. И еще раз делаем пирамидку. Это нужно для того, чтобы глина уплотнилась и отцентровалась. Зачем на Руси делали свадебную куклу? Это нужно было для того, чтобы именно семья жила счастливо, чтобы все у них было хорошо, поэтому нельзя было вот как бы спугнуть вот это вот счастье. И, кроме того, они должны быть еще немножечко повернуты друг к другу, жених и невеста, ни в коем случае там не в разные стороны. Смотрите программу «Самара многонациональная» 21 ноября в 19:30 на телеканале «Самара ГИС».